Оксана Самойлова вкладывает деньги в недвижимость. Фотомодель рассказала, что квартира стоит 36 миллионов рублей. Оксана остановила выбор на апартаментах, где преобладают виллы и таунхаусы. К услугам жильцов вилл и таунхаусов предоставлены парки, кафе, рестораны, спортплощадки, медицинские центры и торгово-развлекательные объекты. Оксана заверила, что цена оказалась очень выгодной для Дубая. По ее словам, квартиры сдаются после строительства с полной внутренней отделкой, готовой ванной комнаты, встроенной кухней, техникой, а также освещением и системой «Умный дом». 120 квадратных метров с террасой, с полной отделкой, встроенной техникой и так далее. Два бассейна, рядом метро. Она взяла эту квартиру в Дубае всего лишь за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж 5 миллионов и остальное по беспроцентной расчету. Строчки. Платежи два раза в год, отметила многодетная мать. Вот такие отличные условия создаются в Дубае для тех, кто хочет купить там недвижимость. Всем удачи!